Всем привет, друзья! С вами Миша, и вы, как всегда, на канале Футбол Ньюс. Лето подходит к концу, а значит, время возвращаться на футбол. УПЛ уже стартовала, и я сейчас на стадионе имени героя Украины Бойко, где сейчас пройдет матч второго тура украинской премьер-лиги между Мариуполем и Львовом. Я, конечно же, не могу пропустить такое событие, ну и если я уже попал на этот матч, как же не снять для вас видео? Поехали! На данный момент мариупольцы и львовяне соседи по турнирной таблице. Львовяне идут 10-ми, а мы 11-ми. Ну, я надеюсь, это только временно. И мы соберемся после выступлений в Лиге Европы. И все-таки сможем попасть в Лигу Европы, как мы это сделали в прошлом сезоне. Перед этой игрой вы говорили, что Мариуполь сейчас находится не на своей позиции в турнирной таблице. Соответственно, вопрос, на каком месте, по вашему мнению, должен сейчас находиться Мариуполь? Ну, наверное, вопрос это к тренеру Мариуполя, наверное, к руководству Мариуполя в первую очередь, да. А почему так говорил? Потому что я очень хорошо знаю команду, да, собраны довольно опытные, квалифицированные футболисты, и поэтому отсюда и, скажем так, мой был комментарий по поводу того, что команда находится не на своем месте. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. В итоге теперь, что комментарий даст вам тренер Мариуполя Александр Александрович. Ну, понимая, что начали очень мы плохо, допустили ряд ошибок, заработали пенальти чистый, нечистый. Можно так говорить, что первый тайм мы провалили. Но во втором тайме я узнал команду, я увидел команду и могу только за второй тайм свою команду поблагодарить. Друзья, всем спасибо за просмотр и поддержку моего канала, а в особенности футбольному клубу «Мариуполь» за то, что второй сезон подряд они дают мне возможность почувствовать себя настоящим журналистом. Я приложу максимум усилий, чтобы не подвести их. А с вами был, как всегда, Миша. Подписывайтесь на канал и, главное, любите футбол.